круче, вы или папа? Полегче. Давай, вперед. Вы правда спасли папе жизнь? Да. Мы прикрывали друг друга. Как братья? Да, как братья. Джеймс. Дело плохо. Вы уйдете в почетную отставку, но с лишением пенсии и медстраховки. Мы служили верой и правдой, а они нас просто поимели и выбросили. Хотела бы уточнить по поводу погашения задолженности по кредиту. Сообщение удалено. Что ты делал в армии? Грубую работу. У нас все чуть деликатнее. Мы действуем под глубоким прикрытием и напрямую подчиняемся президенту. Хорошие деньги. Заплатишь за дом. Никакого риска. Ты врешь, я знаю. Детка, я должен обеспечивать семью. Что скажешь? Согласен? Да. Салим Мухаммед Муса изучает влияние патогенных вирусов на людей. Все мы знаем, на что способен мотивированный радикал. Возьмем его и вернемся домой к родным. Вы не понимаете, что творите. Я пытаюсь спасти жизнь. Все дело в деньгах. Что будем делать? Тебя ждет BMW X1. Садись внутрь. Не сяду, пока не скажешь, на кого работаешь. Ты работаешь на меня. Доверься мне. Я пытаюсь тебе помочь. Мы работаем на президента или корпорацию? Садись в тачку. Нам поручают самую грязную работу. Устранить цель, а потом друг друга. Убить легко, намного сложнее выжить. Я должен вернуться домой. Даже не мечтай. Он будет преследовать тебя до самого конца. Я вернусь домой.